Дети с радостью разбирают новые школьные ранцы, в которых есть все необходимое для хорошей учебы. Это кисточки. Такие школьные наборы получили 45 первоклассников из малоимущих семей городского округа. Кроме красочного ранца с ортопедической спинкой и мягкими лямками, детям подарили канцелярские принадлежности, пенал, альбомы для рисования, а также подставку для книг. Вручение рюкзаков у нас проходит на этой неделе, то есть с 10 по 15 число. Наши сотрудники связались с каждой семьей, определили время, которое удобно для семьи, и, соответственно, мы приходим и вручаем данный подарок первокласснику. Данная программа, она создана командой губернатора, и, конечно, вот это беспрецедентный такой случай. Кроме рюкзака для первоклассника, многодетные, малоимущие семьи, а также инвалиды получат компенсацию за школьную форму. Она приходит родителям автоматически. Ну а мамам и папам...